Друзья, всем доброе утро, и мы начинаем сегодня с вами новый влог. Честно сказать, настроения снимать почему-то сегодня нет. Даже вот второй или третий раз начинаю это видео. Бывают такие дни, когда немножко пропадает энтузиазм, особенно если какие-то комментарии там приходят. В общем, настроение как-то иногда портится, но быстро прихожу в себя. Так что начинаем с вами новый день. Сегодня у нас вот такой яркий завтрак летний. Все, что было практически дома на тарелку, у меня попало. И авокадо, и листья зелени, и помидорки, яйцо сварила, куча свежей зелени тоже. Красная рыбка, в общем, все как обычно, все как я люблю. Вот этот очень вкусный хлеб, он очень вкусно получается именно в тостере, когда он такой подсушенный, прям хрустящий, с семечками. Это хлеб от компании Лачи. А вот, кстати, остатки покажу вам. Вот так он выглядит. Это сайкломайзе, хлеб с семечками и с клетчаткой цикория. Что-то новое для меня было. Здесь якобы пониженное количество сахара и соли. Ну, не знаю, так в детали не вдавалась, но очень вкусно. В тостере получается очень хрустящий. Эти семечки со свежим сыром просто шикарно. Вот такой у меня свежий сыр от компании Well Done. Еще все это дело я заправлю льняным маслом. Вчера купила новую бутылочку. На салат идет отлично. Так что буду сейчас завтракать. Начинаем с вами новый влог. Всем, как всегда, добро пожаловать и приятного просмотра. Любуюсь этими пионами. Помните, в прошлом влоге покупала на рынке просто такие, как закрытые шарики пионов. Даже у меня надежды особо не было, что они красиво распустятся. Такие совсем последние уже были. Посмотрите, какая красота. Стоят уже 4 дня, конечно, уже не самый свежак. Но, тем не менее, они все распустились. Нежнейшие просто пионы, такие, как облака, да, белые. Радуют меня безумно. Подойти еще к этой женщине, если у нее еще что-нибудь осталось, заберу. Думаю сейчас сделать вот такие патчи под глаза. Вчера купила по скидке в Максима. €29. Одна пара, но гарнир обычно неплохие. Они очень увлажняющие. Эти тоже у нас Hydra Bomb. С апельсиновым соком и гиалуроновой кислотой. На 15 минут. Обычно освежают. Сделаю сейчас и уже буду собираться выходить. Сегодня, кстати, очень хорошая погода. Наконец-то солнечный день, потому что в последнее время как-то эти дожди и серость была. Холодно, 16-17, сегодня наконец-то 20-21 градус и солнечно. Ну что, друзья, у нас уже следующее включение из старого города. Я здесь была рядом по делам. Как не зайти в старую Ригу, если я рядом? Немножко прогуляемся с вами. Тем более у меня здесь где-то мама в музее тоже ходит. Может быть, я к ней присоединюсь, выпьем с ней кофе. Вижу впереди уже базарчик. Видите, палатки белые. В последнее время здесь часто проходит эта ярмарка, может быть, каждые выходные, не знаю точно. Так что да, идем прогуляться по старому городу. Здесь установили, кстати, вот такие буквы, их часто здесь устанавливают в разном дизайне. Сейчас к празднику Лигуа, там солнце желтенькое, конечно же, все хотят сфотографироваться. Сегодня у нас субботка, людей много, туристы целыми компаниями, англичане, испанцы. На солнце очень жарко, кстати. Это очень туристическое место. Столько разного транспорта и вот такие вот машинки на двоих. И более длинные какие-то автобусики. Ресторан старой традиции. Вот это очень туристическое место. Здесь всегда полно людей.
И первые они открывают террасу, когда становится весной тепло. Терраса всегда у них забита, я здесь не была. Ну и вообще в Старой Риге по ресторанам, честно говоря, я считаю, что они более все-таки туристические. Здесь какой-то бургер, стейк, что-то такое. Многие любят его из-за расположения, потому что у него вид прямо на церковь Петра. Как я давно не была в Аркете, хочу проверить, есть ли распродажа, но не вижу здесь нигде вывески, что есть сейл. Так что я думаю, что здесь тоже еще распродажа не началась. Но давайте быстренько все равно зайдем. Очень давно здесь не была. Решила сразу начать с отдела для дома. Новые тарелки здесь появились. Ну или я просто давно здесь не была. Тоже какая-то морская тематика, как и в H&M Home. Но распродажи еще нет, так что ждем. Всякие яркие штучки для салфетки, для салфеток украшать. Ножик для масла стоит 13 евро. В теории мне вообще-то нужен. Этот немножко такой, как будто с перламутром не фокусируется. Мне кажется, камера есть под дерево. Ну, такой более простенькое. А вот этот более элегантный. 13 евро. Ну, не знаю. Подумаю еще. Не то, чтобы мне прям очень-очень нужно было. Еще вот такой вот зеленый. Красивые такие салатовые тарелки. Тоже цветочная тема. Но расцветки классные летние. Сколько здесь такие у нас стоят? 18 евро. Зеленая. Мне нравится зеленая даже, наверное, больше, чем вот эта вот розовая. Одежду даже толком не успела посмотреть. Уже убегаю. Мне позвонила мама и бегу встречаться с ней на кофеек. Девочки, кто смотрел мой шопинг-влог из Манго, помните, это платье я примеряла. Мне прям практически все написали, что нужно брать эту расцветку и вообще это платье. Так что ждем. Жду скидок. Нужно будет взять, да, вот именно вот это черно-белое. А кто не смотрел шопинг-влог, добро пожаловать несколько видео назад. Так, ну что мы взяли? Сырный круассан. А мама, ты тоже, да, взяла сырный, да, круассан? Да, хороший. Ну, кадет де Гасконь у них так. Иногда супер, а иногда вообще какие-то суховатые, как лотерея. Ну, я буду пробовать. Мама говорит, что сегодня неплохой. Капучино у нас. Ой, воробьи здесь, конечно, летают. Но здесь терраса прям с видом на Бастионную горку. Под зонтом тоже, если дождь. Ну, вот эти воробьи, конечно, наглые. Капучино горячий, хороший, я уже попробовала. И у меня здесь макарунчик французский. Ну да, это же французская булочная, какой же еще? Круассан был супер, макарон был вообще волшебный, кофе выпили с удовольствием, но я вспомнила, что здесь за углом, буквально справа, есть китайский киоск, киоск с уличной китайской едой, скажем так. И я очень давно хотела попробовать у них одну штучку, так что сейчас мы с вами все-таки дойдем и попробуем вот этот желтенький домик. Будем пробовать уличную еду. Китайскую. Здесь всякие разные китайские штучки. Приглянулся корн-дог. Это как хот-дог на палочке, что ли? Попробую мини-версию с соусом кисло-сладким. Что?
Ну что, вот так у нас выглядит этот корн-дог. На палочке сосиска в кисло-сладком соусе. А здесь, кстати, на английском нужно было заказывать. Вот такая вот штучка. Это мини. Есть большой за 5 евро и вот такой вот мини за 3 евро. Внутри здесь еще сыр. Он, конечно же, расплавился, потому что это такое горячее. На самом деле очень вкусно, совсем не остро, как такой пирожок. Действительно, немножко как хот-дог. Соус можно выбрать. Кисло-сладкий, кетчуп, майонез, манго. Ну вот, я выбрала кисло-сладкий, но очень вкусно. Не знаю, как это получилось, но мы оказались в секонд-хенде Киломакс, который находится в старом городе. Я сюда никогда раньше не заходила. Ну, в Киломаксе это вы знаете, я бываю часто, но мой любимый в Эгинскалнсе. А в Старой Риге я все время пропускала. Не знаю, мне как-то казалось, что здесь... Ну, короче, не хотелось мне сюда заходить. А сегодня мы увидели, что здесь финальный день распродажи, 14 евро килограмм. Просто ради интереса решили заглянуть, посмотреть... Вдруг что-нибудь да интересное будет. Уже присмотрела какое-то платье модного. Змеиный принт, да, наверное, это? Ну, типа, да, питон. Питон или что-то такое. Но сейчас все вот это в тренде. И леопард, и змея. Есть шанс, что будет хорошо смотреться. В принципе, учитывая, что сейчас уже конец дня, и это как бы центр самый старая Рига, здесь я смотрю очень много людей и много туристов, довольно даже много вещей еще осталось. Последний день распродажи. Я сказала, да, что 14 евро килограмм? Разные летние платья, конечно, много нового, с бирками тоже. Красивая очень расцветка. Изабель Лондон, но полиэстер. Тоже, скорее всего, полиэстер, практически уверена. Но легкая, будет стоить вообще пару евро. Все, выбор платьев. Обалдеть, как много еще. Еще мне понравилась вот эта юбка, очень летней расцветки. Голубая белая полоска, впереди разрез, все как сейчас актуально. Идеальный состав Леоцел и Лен. И это у нас H&M с кем-то коллекция. Я не помню такую. Лэм-Лэм. Какой-то дизайнер, видимо, да, был. С H&M вместе выпустили эту коллекцию. Такая простая. Ну вот с коротким белым топом. Мне кажется, что летом в жаришку. Было бы хорошо, морская такая какая-то тема. Ну и состав, конечно, шикарный. Давайте взвесим, я думаю, что легкая. Взвешиваю со всей вешалкой, да? 3,20. Без вешалки, наверное, 3 евро будет. Так, девочки, я тоже себе нашла платье в актуальном, трендовом, в трендовой расцветке. Если мама моя нашла змеиный рисунок, то посмотрите, какой крупный леопард здесь. Вот такой вот. Платье. Внизу валан большой. Длина не макси, покороче. И такой же поясочек из такой же ткани. Я просто его завернула в 2 раза. Сзади завязала. И рукава-фонарики. Застегивается полностью на пуговицах. Мне кажется, оно такое яркое. Свет, конечно, здесь не какущий, но в целом, мне кажется, что мне подходит по размеру, по крайней мере, точно. Добавить какие-то черные туфельки и прям и в пир, и в мир. И как летний сарафан с чуть ли не со шлепанцами, ну, с такими сандалями грубыми. И если хочется принарядиться, какие-то туфельки сюда. У меня такой расцветки вообще ничего нет. И, конечно, если бы это не было сейчас так актуально, я бы, наверное, не купила, не рассматривала бы. В общем, я склоняюсь, чтобы его купить. Так, давайте взвесим. Значит, 14 евро килограмм, это у нас 6,55. По составу это вискоза. Здесь еще есть первый этаж.
майки, футболки, блузки и брюки слева. Очень много всего, конечно. Такая экстравагантная блузка от Zara. Так, сейчас повешу показать. Смотрите, конечно, это тоже полиэстер, к сожалению. Здесь спереди завязывается. Сама она подлиннее. И на рукавах вот такие вот перья. Тоже модные. Мне эта расцветка не очень нравится. Но вот такой вариантик есть. И не тяжелая совсем. Мы уже выходим из старого города и пройдем как раз сейчас через вот этот вот, через эту ярмарку. Она такая небольшая, на фоне там еще кто-то, кстати, поет под гитару. Всякие украшения. Янтарь, конечно же. Сумки какие-то интересные, они как будто бы с деревом. Видите, здесь дерево как будто бы сбоку. 95 евро, говорят, такая сумочка. Ага, кожа и дерево называется бренд. То есть здесь у нас кожа, а здесь дерево. Ну и здесь тоже, да, у нас из дерева всего чего. А здесь у нас, судя по всему, лен. Да, это у нас лен. Вот женщина хочет себе шарфик. Красивые такие цвета, нежные. Покупает красивый синий шарфик. 37, что ли, примерно так. 37, да, это я просто озвучиваю тут какие цены. Спасибо. Лен стопроцентный. Красота. Мотороллеры. В общем, еще один вид транспорта, я говорю. Полная старая Рига всяких вот этих развлекух. Девочки, пришла я домой и думаю, что на меня нашло, что я купила это платье. Кажется, у меня случилась импульсивная покупка. Что-то я посмотрела на себя сейчас на камеру, то, что я там отсняла. Мне кажется, оно меня и не красит совсем. И вообще, что я буду делать с этой расцветкой, куда я в нем пойду? Оно такое яркое, у меня стиль обычно такой более лаконичный. Я люблю все однотонное, чтобы все между собой сочеталось. В общем, заманил меня как-то этот тренд леопардовый. Я не знаю, что я с ним буду делать и зачем я его купила. Не знаю, может быть, у меня сейчас такое впечатление, а потом я как-то еще его примерю. Вообще, можно сейчас, кстати, его дома примерить, уже с холодной головой, в нормальном освещении. Там это жуткое освещение в этом секонд-хенде. И это занавеска их вечно во всех киломаксах. Фиолетовые, лиловые, малиновые занавески. В общем, надо сейчас померить, но вообще что-то я пришла и думаю, Алиса, что это? Зачем это? Почему это? Ну ладно, давайте померяем, и тогда уже я решу, ну, может, не сегодня решу, но посмотрю сейчас другими глазами. Мне кажется, я немножко поняла, где у него проблема. У него, в принципе, красивые рукава, практически 3/4 на резинке. Но эта резинка такая тугая, что они постоянно, это я сейчас их практически натянула. Но из-за того, что она супер тугая, эти рукава постоянно как бы убегают наверх и сразу смотрятся хуже. Ну, не знаю, в общем, что-то в этом платье есть. Не могу сказать, что мне совсем не нравится. Я представляю, что я могла бы пойти в нем какой-то вечерний ужин в ресторан, на свидание или, может быть, с подружками. Такое оно достаточно и выходное. Именно вот в летний вечер куда-то прям просится вроде бы его выгулять. Я думаю, что я так и сделаю. Можно подумать, представить какой-нибудь сумочкой небольшой. А-ля вот это вот моя сумочка багет из манго. Что-то такое. Мне кажется, темное лучше, чем светлое. В данном случае, хотя, может быть и нет. Может быть, светлая сумка бы наоборот сделала образ более легким. И черные туфельки или светлые туфельки. Даже можно на плоском ходу какие-нибудь а-ля балеточки. Сейчас же модные эти Мэри Джейн.
И, возможно, это даже будет мило. Ну, я не знаю, напишите, что вы думаете. В принципе, вот сейчас надела, и мне кажется, что не так и плохо. Видите, рукавчик как поднялся? Хотя он ниже намного. Прям выше и выше идет из этой резинки. На ужин буду сегодня пробовать сделать вот такие вот миди. Я купила давно уже в Максиме. Их держать нужно было в заморозке. В общем, я их уже положила на сковородку минут 10. И, по идее, они должны все раскрыться. Это миди у нас в соусе из белого вина. Такой легкий будет ужин. И, конечно же, зелень, салат. Я вообще очень люблю всякие морепродукты. Но покупаю дома их, честно говоря, редко. Больше ем где-то, если я где-то в рыбном ресторане или, ну, в общем, не дома. Стараюсь сейчас летом есть как можно больше салата. Вы видели, утром я съела целую гору зелени. Сейчас тоже огурец, помидорка, листья салата, петрушка свежая, кусочки сыра и немножко лаваш. Будет на гарнир чисто овощи и мидия. Но потом я думаю, что я, честно говоря, заполирую все мороженым со свежей черникой. Как вам такой план? У меня как-то были гости, и я покупала вот такую вот коробку мороженого Excellence. Оно у нас с грецким орехом и кленовым сиропом. Нереально вкусное, конечно, очень сладкое, но вкусное. И еще у меня свежая черничка. В общем, я сейчас такой дуэт сотворю. Мороженое со свежими ягодами. И после ужина у меня будет вот такой вот десерт. Мороженое я покупаю еще реже, чем морепродукты домой. Я его ем, конечно же, где-то в кафе, на море, в городе. А домой, чтобы я купила вот такую банку, это вот чисто из-за гостей. Я не могу сказать, что я прям огромная сладкоежка и фанатка мороженого, поэтому были гости, было мороженое. Ну вот, прошло минут 10, смотрите, как хорошо все они раскрылись. Буквально одна, по-моему, есть не раскрытая, и соус из белого вина. В общем, я думаю, что это, честно говоря, очень вкусно. Я надеюсь, что соус вкусный. Сами по себе мидии прям очень крупные. Получилась красота. Все, друзья, на этом я буду заканчивать этот влог. Всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо за вашу поддержку, за доброе слово в адрес меня и моего канала. Мне это очень всегда приятно. Спасибо также за подписки. Как всегда, прошу проверить, подписаны ли вы на мой канал, если смотрите его постоянно. Иногда бывает, что подписка слетает или кажется, что подписан, на самом деле нет. Мне будет это вдвойне очень-очень приятно, если вы подпишетесь. Так что все, встречаемся в моем следующем влоге. Всем отличного настроения и всем пока!